Если полицейские встречают трезвого водителя на 1 мая, то они сами с ним делают селфи, как с редким экземпляром. А вот водители, которые не пьют, просят на майские праздники вернуть гаишников. Иначе будут вот такие ситуации. Так, тормозной путь отсутствует, значит, врезались в стоящую машину. Прям как мы с тобой в первый рабочий день. Не напоминай. Ой, ничего себе, перегар. Мы ж вроде уже не на смене, это я пивка тяпнула. Да я вообще-то не про тебя. Эй, есть кто живой? Классика жанра «живой труп». Ничего себе, такой перегар, что у меня прибор в кармане сработал. Ему еще повезло, что он пристегнут. Представляешь, ремнями с заднего сиденья. Эй, акробат, вылазь. Ой. Где права? Какие права? У меня нет прав. Я вообще сзади ехал. Пока все сходится. А куда ехали? В магазин. Мало было, за добавкой ехали, да? Не, много. Вернуть хотел. Водки? Много? Че ты заливаешь? Да нет, колы много взяли. Хотел на пиво поменять. Вы что, не могли драйвера вызвать? Я драйвер. Я его увез вот в той машине. А потом что-то бух, я уже в этой машине оказался. Ты же пьяный. Как стеклышко. Я же драйвер. Кстати, я как водитель уже этой машины претензий к тому водителю не имею. Все, это серьезное нарушение, ясно? Ой, серьезное нарушение, непристегнутый ремень. Девочки, давайте быстро разберемся, без взяток, все, и разъезжаемся, короче. Разъедетесь, когда протрезвеете. Ой. Не, я так не могу. Меня мясо ждет. Подождет твое мясо? Не подождет. Его могут из бани в клуб увезти, к другому мясоеду. Мы вынуждены собрать ваши права. А у меня нету прав. Они уже у вас. Еще с Нового года. Как это с Нового года? А как вы ездите? Аккуратно. Ладно, вы с ним разбирайтесь пока, а я поехал домой. Давай. Куда вы поедете? Вы пьяны? Кто пьяный? Да я супер трезвый. Хотите, я вам это докажу? Видите, сплошная? Вот, смотрите, я ровненько. Все понятно. Что понятно? Вы дороги наши видели? Я ямы обхожу просто. Вот видите, к чему приводит пьянство за рулем? Я за рулем не пью. Я перед рулем пью. Я вызвал такси, а мне говорят, свободных машинок в этом районе нет. Вот к чему приводит. Свободных машинок в этом районе нет. Понятно? Вот я не могу одного понять, как к нему прислали пьяного драйвера. Ну. А, я был самый трезвый. Я честно пить не хотел. Мне просто очень в город надо было. О! Вы что, скорую не могли вызвать? Я номер забыл. Кстати, а чего это две бабы, а? Не, чисто извиняюсь, но по инструкции вы должны быть разнополыми. Такую фигню ты помнишь, а номер скорой нет, да? Алло, скорая. Девочки, тихо. Скорая слушает. У нас шампур в спине. Девочки, тихо. А баранина или свинина? Человек, но по состоянию как свинина. Я говорю, у нас в спине шампур! Ой, так это вам нужна шестая больница. Там есть врач, он закодированный. Только он вам
может помочь. Так что пусть идет в шестую. Девушка, какой идет? У него шампур в спине. Прислать машинку не можете? Ну вы смешная. Сейчас же майские. Кто за руль сядет? Я могу, я драйвер. Ой, надо. Спасибо уже. Кстати, вы не ответили на вопрос. Почему две женщины? Где ваши мужики? Мужские экипажи патрулируют леса. О, это правильно. Мужики на майских должны в лесу отдыхать, а бабы мантулить. Ой, пусть мантулят. Да. Я вообще с двоих так отмантулю. Ой, да что мы с двумя бабами не справимся, что ли? Мари, пятый смелый за сегодня. Ну давай, вот так. Отдыхай. Меня уже наказали, вот. Так, разъясните жене позвонить. Да звоните уже. Да. А, зайка, а ты что, тоже тут? Кусок идиота. Привет, забери меня, привет, забери меня. Вот, приехала. А, я теперь все понял. Это моя жена, вот, виновница ДТП. Вот. Она ехала за мной, а въехала в меня. Короче, разбирайтесь, у меня времени нет, я спать. Женя, у тебя шампур в спине! Девушка, значит, вы виноваты в ДТП? Нет, это не я виновата. А кто виноват? Шнуров со своей песней на Лабутенах. Если бы она не заиграла, я бы не сделала вот так вот. И не произошла бы эта печальная ситуация. Честно говоря, когда эта песня заиграла, мы тоже, по-моему, какую-то собаку сбили. О, а вот и свидетель. И никакой я не свидетель. Я та собака, которую вы сбили. Я, главное, себе спокойно переползаю дорогу и тут бац! Кстати, мадам, это ваше. Спасибо. Майские праздники. Алло! Вы с чего полицейскую машину на дороге поставили? Вы чё, у меня в салоне 20 человек. Я же их с пикника везу. Ответственный момент. Они же уже спали. А теперь они опять пьют и танцуют под вашу светомузыку. Ну что, за день сегодня такой 10-й раз в нашу машину въезжают. 10-й? Да. За юбилей!